сегодня 17 часов просил на щепки поливать и белить. Предупредил, чтобы Дякину раньше 17 не подпускали к работе. А он уже, видите, уже стоит уже вот с ведром, уже за водой пошел. Так, все, будем руки связывать ему, чтобы раньше времени не начинал. Так, нас уже обсуждают, как будут поливать, как будут белить. Все, уже попались, да, попались уже. Предварительное, так сказать, совещание, да? Какое совещание? Ждем, когда рыбу начнет вылавливать. А что ты вылавливать ее? Вон, ходит с ведром, может. Это не за рыбу, это за водой. А вот насчет раков, надо раколовку опустить, посмотреть, как они, выжили или нет. Потом отпустить, конечно, это надо сделать. У меня есть водолазный костюм, то как-то его оденет. Не, ну я могу одеть, но мне нельзя. Запрещено сейчас. Я ж как-никак в 2005 году я ж это был посвящен вот этим подводники. С аквалангом лазил, да все, ролик даже есть маленький. Что, воду соленую пил кружку? Нет, это. А вот Рапанов тащил много в тот раз. Мы тогда зашли в море вдоль по берегу, походили здесь. Было такое. Ну это так, это было давно. Ты посмотри на время сколько? Ну без одной, блин. А ты уже стоял возле воды кромки, во сколько было? Без трех минут уже стоял. За 10 минут в строю. Вот, в строю с ведром приготовиться по команде. Поймал, как он раньше времени, кажется, без 3 минут 17, он уже в ведро набирал воды. И вот уже ровно в 17.00 стоит уже возле дерева, ждет команды. Команда поступила, давай. Наливай. Да. Наливай, вернее. Так что у нас старая, ну, гвардия. Ветераны, гвардия наша старая, да. Она четко, время назначено, она здесь. Вот. Да, стоит вода там. Тебе еще только первая. Во, Коля, второй уже, да? Все, больше не лей тогда, все. Так, внимательно она смотрит за работой. Это у нас. Смотрит внимательно, как работают ребята. Сегодня покупаю известку, хотел поделиться с Валерием Михайловичем, а мне уже продает, говорит, уже говорит, он купил эту известку. Так что у тебя не хватит известки, у меня еще есть. Вот. Мы все же будем, да? Все, да, будет гуще и одним разом, один раз побелим и хватит до осени. Аккуратно, потому что сейчас будет ляпаться. Сейчас мы сметанку делаем. Въедается капитально. Я вижу. Сейчас вот как раз на этих 5 литров воды будет густая и хорошая. Так. Сейчас мы, ребята, ее. О. Так. Блин. Уже штанина. А, ладно, тут штанина. Жена убьет просто и все. А мы как это, как кошки, 9 жизней возрождаться будем. Вода у нас дистиллированная. А давай я, наверное, сейчас не полностью, а метр литра 3 налью, наверное. Нет, я налью, ну. Ты думаешь, чтоб, хватит? Чтоб ну, хватило. Чтоб погуще была. Погуще, ну давай хватит, потом разбавишь. Пока не все, лучше потом добавим, да. Возьми стоя, может. Потихоньку, от себя. Где ты видел, чтобы человек делал от себя? Вот себе обычно гребет. Ну, рука, как рука сделана. Сгибается к себе. Я в себе на даче побелил деревья. Тоже 2 года пролежало в 3 пакетах вот это вот. Думаю, что такое мокрое? И я, как ты говоришь, на литра, наверное, 3 капитально промазал деревья. Ну, как будто там, я не знаю, слой штукатурки наложил. Так это хорошо, чтобы она это самое. Во-первых, всякая мураши, ну, да, по дереву. Наверное, ты знаешь, я правильно сделал, что не все будет. Да. А вообще было. Вот здесь только не для тех деревьев, это для маленьких деревьев. Нормально я и большие деревья белил. Просто много не бери. О, уже разбавилось, аккуратно было, бля. Да что, уже что? Так, смотри, чтобы комочков не было. Как раньше говорили, я замес номер 3. Так. Ну, пойдем экспериментировать.
перчатки я не беру. Возьми перчатки, они да не промокаемые. Потихоньку. С первого. Надеюсь, что я сделал хорошую пустоту. Много брать, нет? Бери нормально. Нет, закрывать-то ствол много, нет? Полностью под первую листву. Да ты что, до самого? Под первую листву, вот так. Какая-то редковато получилась, да? Да видишь, даже вот... Ну, даже мы... Я налил, даже тоже редковато. Ну, нормально будет белое. Так. Плохо обошел, вот от палки не пробил еще. Ниже бери. Я смотрю, что правило мне все же меньше воды было здесь. Ну, извини. Давно уже не занимался этим вопросом. Снизу берите, не кверху. О, видишь, вот так вот. И со всех сторон. Это я так вчера тренировался. Да? Ну, прямо от корня берешь и кверху. Да сейчас тогда я тебе отдам кисточку, и ты будешь продолжать. Ну давай дать. Я... Ты в 13 прошел? Давай я промою. А я в 13 еще не прошел. О, ну видишь, еще корень ниже убери. А сейчас она пройдет туда за нам. О, чтобы она подсекала. На, Михалыч, у тебя лучше. На. Так, Михалыч берется за дело, потому что он вчера 13 прошел. Сейчас мы посмотрим. Можете вертикально держать кисточку эту, больше будет щеток. Штамп чуть-чуть. Побилим завтра еще, останется. Ну да, на второй заход. Да, просим эту штуку. Значит, наши не ограничились поливом этих деревьев. Они решили еще те подлить немножко. А я только вчера видел бригадира этого парка и сквера, женщину. Она сказала, что на днях приедет их КПМ-ка поливать вот там возле самолета. Так могли бы и здесь тоже полить все. Ну, пока дождешься. Беда вся в том, что целый месяц нет дождей. Земли уже какие-то трещины образовались. Иван Павлович, ты мальков не забирай, только воду. А, проверяет, да? Ну вот, начало подсыхать, начало белеть. Видно, что покрашено. А здесь еще влажное. Чтобы начали полив, забирать воду отсюда. И вот посмотрите, как мы... Небольшой компании, как мы сделали, что вода в озере уменьшилась сразу. Сантиметров где-то на 5, на 7. Кромочка осталась от воды. Хорошо мы поработали.